Твери появится новый светофор. Инициативу Общероссийского фронта по установке светофорного объекта на пересечении улиц 2 Силикатной и Академика Туполева поддержали власти регионального центра. О том, почему был выбран именно этот участок, а также когда ожидать установки светофора на перекрестке, в следующем сюжете. Участок на пересечении улиц Академика Туполева и 2 Силикатной уже давно снискал у автомобилистов Твери дурную славу. Аварии здесь происходят с завидной регулярностью. Только за последний месяц здесь случилось два ДТП с летальным исходом. Так, водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом ребер, ушиб глаза и рану головы. На следующий день после инцидента мужчина скончался в больнице от полученных травм. А в начале июля здесь столкнулись ВАЗ-2107 и манипулятор. Пожилой мужчина, сидевший за рулем «семерки», также скончался. Такая трагичная статистика вынудила обратить внимание на перекресток общественников. Активисты Общероссийского народного фронта обратились в ГИБДД и администрацию Твери с просьбой установить на проблемном перекрестке светофор. Городские власти идею общественников поддержали. Есть официальный ответ от администрации города Твери. Они согласились с нашими доводами и жалобами от жителей. Планируется, что до конца 2020 года этот светофор установят. Но мы будем контролировать эту ситуацию, чтобы светофор здесь установили. Ожидается, что на перекрестке будет установлен светофор с вызывной фазой для движения пешеходов. Поможет ли улучшить дорожную ситуацию на данном участке новый светофорный объект, как говорится, покажет время. Мы продолжим следить за развитием событий и расскажем вам, когда светофор будет установлен на этом перекрестке.